Певица Тина Кароль выдала, как много для нее значит молдавский артист Дан Балан. Во время одного из выступлений на телеканале 1+1 исполнительница выбрала два самых важных для нее платья, пишет Политека.нет. На одной из фан-страниц в Инстаграм выложили ролик, в котором объяснили значение каждого наряда. Оказавшись в костюмерной, Тина Кароль сняла с вешалки короткое белое платье с красным пояском под бюстом, в котором выступала на Евровидении в 2006 году. Это было, без сомнения, прорывное событие в ее музыкальной карьере. После красотка взяла обтягивающее платье телесного цвета, которое надела на слепые прослушивания шоу «Голос Украины», где познакомилась с Баланом. «Пересмотрев это выступление, я многое для себя поняла из того, что я себе там напонимала и напредставляла. Вам я могу сказать, что не мог человек просто взять любые платья, она взяла те, которые для нее являются чем-то большим», — отметил автор публикации. Многие пользователи сети разделили эту точку зрения в комментариях. «Это правда. Я сама была в шоке, когда увидела, что она взяла именно эти платья. Эти платья для нее особенные, обожаю их, но когда уже мы снова увидим их вместе. Мне тоже показалось так. Понятно, значит, Дан особенный для нее, Евровидение, и слепые с Даном, Евровидение, значимый этап в становлении Тины, как певицы». А коалиция Тины и Дана началась именно в этом платье на слепых прослушиваниях, официально.